Он сильно ранен. Полицай. Облава. Заходим. Там была засада. Нужно спрятать его в доме. Мы его перевязали. Дальше дело за тобой. Его спрятать надо. Нас искать будут. Идти надо. Уходим. Уходим, я сказал. А остальные? Спрячься. Опа, кажется. Давай, давай. Василий Саныч. Одного я, кажется... Василий Саш! Василий Саш! А? Одного я, кажется, зацепил. Кровище море! Пошли его нож, чтобы что пришел. И вот! Сколь сгорело-то! А вон еще след тянется. А, черти, а! Мудрёно! Так сразу не найти, это знать надо было. Совхозные им помогли, сволочи. А кто, окромя совхозных? Немцы, что ли? Василий Саныч, наши усы целые. А у немцев трое пораненных и убитый один. Интендант тутошний. Но это, похоже, мы его скосили. Случайно. Запомни, бестолочь. Немцы хлопнули партизаны. Сначала взяли в плен, а потом жестоко расстреляли. А, толково, Василий Саныч. Скажи старости, чтоб через час мне списки всех, кто работал на зерне, бегом. Ага. Что там, Микола? Гарно, я его зацепил. След метров 10 идет, дюжи много крови, а потом уж все. Дырку, видать, закрыли. Далеко не уйдут. Дорога здесь одна. Значит, они на дороге, чи кто-то из местных укрывает. А ну, собирай людей, Микола, сейчас будем вычесывать из совхоза партизан частым гребнем, как вшей поганых. Найдем твоего недобитка. Дом мастера Громова. Обыщите все. Батя! Открой начальнику полиции! Открывай, Громов! Здорово живешь, Громов. Мы с обыском. Здорово. А что шукаешь? Может, я подскажу? А ты не, дочь твоя подскажет. Она же у тебя на зернозаготовке работает. Вот, посмотри. Саликовский. Не доводи до греха, Громов. Посиди пока. Ну, здравствуй, красавица. Гаси, прячешь? Нет. Точно нет. А под кроваточкой. Слухай сюда, куропаточка. Я два раза не повторяю. Ежели подсобишь дяде Саликовскому, получишь продуктовый паёк, деньги и новую юбку. А будешь упрямиться, я тебе лично нагайкой шкуру спущу. Поняла? Поняла. Я запомнил тебя. Глаза стоят. Не дури, Громов. Сядь, сядь. Ладно. Давай рассказывай. Фамилии, имена друзей своих совхозных. Кто недоволен новой властью? Вы помогли партизанам пробраться на склад? Живой. Не пущу. Да совсем оплоумели. Да не зуди, мамаша! Партизаны. Здесь нет никого, только я и Лисько, дочка моя. Я... Какие у нас партизаны? Что ты орешь? У меня приказ обыскать дом.
только через мой труп. Шо? Да я ж тебя... Да, она совсем юная. Ей всего-то 17 лет. Я не пущу. Что ты орешь, скаженная? Я ж твой жених, невеста. Сбег! А шо, конфетка. Я бы ее облизал до кости. Что ты ржешь постоянно, как конь? Грицько! Извиняюсь, мамаша. Вот. Сколько раз можно повторять? Я никого не знаю. Вместе в школе учились, вместе работаете. А говоришь, что никого не знаешь. Решила друзей грудью прикрыть. Я сейчас из тебя такую красотку сделаю. Мама родная не узнает. А ну, стой! Груды! Стой! Что там? Я сейчас тебя хлопцам своим возьму да отдам поиграться. А и отдай! Отдай, дядя! Одни уже поигрались. Заразили дурной болезнью. Сам-то ты не хочешь, а? Сифилис. Сифилис, сифилис. Чего ж ты испугался-то, а? Чего ж ты испугался-то, а? Скотина. Ну что? Пошукал, никого нема. Айда к соседям. Сейчас воздухом подышим. Ну ты как, полегче, рука болит, да? Думаешь... Я слепой, ничего не видел, да? Как ты голая перед этими уродами стояла. Приличная девушка так себя не ведет. Это мне вместо спасибо, да? За все хорошее. Что тебя спасла, что руку перевязываю. Ай, Март, это не чхай таракутюна, сара. Ты себя опозорила. Как ты могла перед ними раздеться? Да напушись, Георгий! Ты идиот, Георгий. Родился идиотом, таким и помрешь. Лучше бы я отдала тебя полицаям. Здрасте, Анна Васильевна. Здравствуй, Жора. Майя, что он делает в твоей комнате? Объяснись. Это мой жених, мама. Я поручил вам устроить засаду на случай захвата. А вы не справились и сумели упустить даже раненого партизана. Вы кто? Вредитель? Или идиот? Я воль, господин Гидеман. Мне нужно немного времени. Время. Цайт. Цайт. Даю вам 3 дня. Если за это время вы не выйдете на след партизан, я вас расстреляю. 3 дня. Я вас не подведу. Они нам за все заплатят. Ах, шлох. Болван. Я воль. Аль Гитлер! Неужели нельзя было найти на эту должность кого-нибудь получше? Его анкетные данные были самыми подходящими. Что он балакал? Докажись.
похвалил. Слушаю. Господин полковник, я собираюсь доложить об этом случае полковнику Ренатусу. Что-что? Я должен это сделать, разве нет? Прошу вас, Шон, нет. Нет. Я не намерен тревожить такого занятого человека. Мы справимся сами. Усильте охрану во всем городе. Недовольных расстреливать. И все. Это же так просто. Я покажу партизанам, кто хозяин в городе. Тотальный контроль и пропаганда — наши союзники в этой борьбе. Закручивают. Расходимся. Откуда их столько поналетело-то, а? Stehen bleiben! Ausweis! Schnell! Sprechen Sie Deutsch? Nein. Нет. Коммунисты? Комсомол? Nein. Und du? Weg. Hau ab! Дядю Степана забрали вчера. Мол, он на поклон к немцам не пошел. И советская власть сочувствует. Фрицы из-за нас лютуют. Мирные жители страдают. Скоро они нас возненавидят. Кто возненавидит? Ты шо, совсем? Да может, мы им надежду даем, они только из-за нас живут. Ты шо, остановиться хочешь, или я не понял? Нам нужно быть хитрее. Ausweis. Подайте хлеба, ради бога, пожалуйста. Подайте покушать. Мамка погибла, батька тоже. Подайте хлеба, мамка погибла, батька тоже. Хлеба нет. Давно не ел, дайте хлеба. Мам, подожди. Иди скорее. Ради бога, подайте еду. Сколько не жалко. Дайте хлеба, ради бога. Борода Алексей Иванович. Сын коммуниста, оклянчишь. Не стыдно? Привет. Держи. Подай на хлеб, заради бога. Ради бога, дайте хлеба. Мамка погибла, батька тоже. Давно не жрамши? 2 дня уже. Пойдем. После того, как мамку с папкой убили, меня тетка Мария забрала. Она мне все время пальцем в лоб била. За то, что мамка дура, с партизан связала. Говорит, у него самой четверо ртов. Но я за каждый кусок попрекала. А на работу что? Немцы не берут, потому что мелкие. При советской власти меня бы хотя бы в дом взяли. Ну, при советской власти понятно. Так, я сказал, это мы решим. Ты наелся, все? Слышь, Алеша, а может, кто домой заходил до того, как отца арестовали? Да никто не приходил. У вас еще марки есть? На них калач можно купить. Какой тебе калач? Какие марки? Я сказал, все решим. Так. Ой, я вспомнил. Тетя Люба, соседка Шевцова приходила. Это что за птица? Она не птица.
она артистка. Ну что, посетителей вечером не будет? Не до веселья сегодня немцам. Все ищут партизан. Николай Антонович, нужно будет сообщить в центр о нападении на зернохранилище. И да, там ранили одного из партизан. Немцы перекрыли доступ к медикаментам и за врачами следят, чтобы вычислить этого раненого. Нужно узнать, можем ли мы чем-то помочь. Давай, Коль, заводи шарманку. Невеста вызывает центр. В городе действует неизвестная диверсионная группа. А кто бежит там, як свинья? А кому невеста резали? А что, вы пьяные там все? Да нет, все тверезы. Василий Александрович, я хлопчика привил, як приказывали. Партизаны, они как мухи. Гадить везде. С ними надо вот так. А вот тебе там один. Оп. Палочку. Так оно слаще. Так что, я не понял. Нужен чини. Хлопчик, футболист. Конечно, нужен. Ну что, я же обещал тебе, что приглашу в гости. Вот ты, Вася. Помнил, кто с немцами в футбол играл? Микола, найди его мамашу и вышиби из ее мозги. Нет, не трогайте маму. Немцы играли с большими пацанами из Шанхая. Шанхая? Ну да, ладушки. Да, я не понял, ты советский человек или кто? Его мать у меня на глазах убили. Да ты хоть знаешь, кто его отец был, а? Шо мне его отец, а? Шо? Где твой отец? Где мой? Третий месяц писем нет. Я сама с вами тут скоро сдохну. Так я его и привел, ты чтобы... Мешок картошки принес, а не лишний рот. Да я тебе телегу картошки привезу. Уйди с моих глаз. Уйди с моих глаз, уйди! Тетя Шур. Уйди от себя. Я все делать могу. Изготовить и стирать. Меня мамка учила. А ем как воробей. Честная октябряцкая. Иди давай в дом, сейчас вечерить будем. Иди, Лёшка, иди. Мама, а что, Серёжа, опять шляться пошёл? Вот котяк вшивый, а? Иди давай в дом, Валерка! Паскудный райончик. Ходим здесь битый час. Может, этот шкет что-нибудь попутал с ребятами из Шанхая, футболистами. А? Я добычу нутром чую. Здесь они где-то. Кто тут футбол играет, девочка? Не знаю. Не знаешь? А ну, Гриц, а? Держи этого. Ага. Кто такой? А ну, стой! 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 Стой, ты дефективный! Я сказал, место! Стой, говорят! Ты что, побег? Кривоногий? Ты юродивый? А ну! Чешу! Кажись, дурак, Василий Александрович. Теперь я побегу! Дурак! Да. Дурак врать не умеет. Никогда не врёт. Хромой? Да. Стал быть, в футбол не играешь? Нет, никогда не играл. Ты такой... О, ты батёк.
А что ты куришь? Да. Я тебе дам, если ты мне скажешь, кто тут с немцами в футбол играет. Да, давай, вы побьете, да. Пойдем, они хибали, говорят. А нет, они удовольствовали лес. Панковский, они булочку давали. Такая булочка, как у тебя. А ну, что ты несешь, дядь. Какой лес? Ты знаешь, дядь, что бывает с теми, кто мне врет? Да. Пусти, говорю. Пусти, 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 пусти. Фу, язык. Болезнь. На, возьми хлебца. Господи, прости. Ненавидь его туда иди. Любушка! Вы меня напугали, господин капитан. Простите. Я только что вернулся из Ворошиловграда и сразу же поехал сюда. Вы позволите подвезти вас домой? Вы так быстро вернулись? Значит, вы поймали этих партизан? Keine Sorge. Не беспокойтесь, мы их поймаем. Так вы разрешите мне подвезти вас? Их вас нет. Даже не знаю. Прошу вас. Спасибо за конфеты, Вильгельм. Пожалуйста. Но вообще я предпочитаю цветы в качестве подарка. От конфет толстеют. С вашей фигурой, Любушка, ничего не случится. Вы не понимаете намеков, Вильгельм? И думаете, что меня можно купить конфетами? В моем городе, если мужчина виноват перед женщиной, он непременно покупает ей что-нибудь красивое. Тогда нарвите мне роз. У комендатуры. Осенние розы так ароматны. Они просто созданы для того, чтобы украсить мою спальню. И вот. Ваше слово для меня – закон. Alle Schönheit, Wilhelm.
Какая роскошь. Вы... прекрасно, я... фрау. У вас все руки в крови. Ах, бедный Вильгельм. Спасибо. Гадина. Сам гадина. В следующий раз, Любушка, я возьму вас с собой, чтобы не расставаться надолго. Вы так сильно скучали по мне? Очень. Милая девочка, вы свели меня с ума. Что вы себе позволяете? Решили, раз я артистка, со мной можно руки распускать? Вы меня не так поняли. До встречи, Вильгельм. Мы проследим за ней. Если она под поле сдала, надо ее поймать и казнить. Гадину. Нашлялась. В саду при долине я розы рвала, рвала и бросала под те ворота, рвала и бросала под те ворота, рвала и бросала под те ворота. Не смейся, казаче, что я сирота. Не смейся, казаче, что я сирота. Wo sehen Sie den Wald, Solikowski? Der Karte nach sind es 20 Kilometer bis zu ihm. Где вы увидели лес? Судя по карте, до него 20 километров. Ну, партизану больше некуда деваться. Партизан konnte nicht woanders hin. Из леса вышли, в лес зашли. Wald, haben sich dort wieder versteckt. У меня надежный источник. Der hat eine gute Quelle, sagt er. Ich kenne seine Quelle. Sie trinken zu viel und zu oft. Deswegen laufen die Partisanen unter unserer Nase unbestraft herum. Знаем мы ваш источник. Вы слишком часто прикладываетесь к нему. Поэтому партизаны бегают безнаказанно у нас под носом. Да я бы давно принес вам и голову на блюде. Er erklärt sich bereit, den Wald durchzusuchen und die Köpfe von Partisanen auf den Teller zu bringen. Ну, чтобы прочесать лес, мне нужно побольше народу. Der braucht aber mehr Leute. Dann sammeln Sie diese Leute, Herr Solikowski. Wer erlaubt es nicht? Strengen Sie sich an. Wenn Sie Bürger von Deutschland werden wollen, strengen Sie sich an. Wollen Sie? Вы хотите стать гражданином Германии? Очень хочу. Тогда набирайте людей. Слушаюсь. Хайль Гитлер! Ой. Доброго здоровичка. А, Отто. Отто. Кукмалян. Взгляните. Ein wahres Meisterwerk von Reichsleiter Dr. Goebbels. Настоящий шедевр рейхсляйтера доктора Геббельса.
Я не знаю русский язык так хорошо, как вы. Здесь говорится, что русские сдались. Москва капитулировала, а Сталин находится под арестом. Это то, о чем я говорил вам, Шон. Пропаганда – лучший способ подавления сопротивления. Вундершон. Превосходно. И сколько у нас экземпляров? Достаточно распространить несколько штук, чтобы об этом знал весь город. Займитесь этим, Отто. Keine Sorge. Ich werde alles... Я сделаю все аккуратно, не беспокойтесь. Внимание! Жители Краснодона! Полиция Краснодона! Проводит набор! Нам нужны крепкие, молодые! Мужчины! Слухать сюда! Слухать сюда, я сказал! Молодые мужчины от 18 до 40! Готовые послужить Великой Германии! За отличную зарплату и продуктовый паёк! Держите, а задницу надо будет лизать! Кто это сказал? Кто сказал? Кто сказал, я спрашиваю? Ну-ка, найди этого мужчика! Это... Выйди сюда, если ты не трус! Кто сказал, я спрашиваю? Здравствуйте, Даша. Я тебе не тетя, шалава, паскудница бесстыжая. Яичечка. Да чтоб у вас повылазило. Черт. Как меня достали эти мальчишки. Здравствуй, Люба. Коварный изменщик. Бросил меня и ради кого? Марусенька, не слушай, это ложь. Раскинул, значит, почище нашел. Угу. Ну что тут у тебя глядеть, ни кожи, ни рожи. Ну не все же питаются так хорошо, как вы. Можно я кусочек сала возьму? За молчание. Не для тебя сготовлено. Ванечка, я к тебе вечером зайду. Ой, и что только они в тебе находят. Липнут, как мухи на мед. Они, между прочим, работают на немцев. Ну ты посмотри, что наделали паршивцы. Олеся работает бухгалтером в комендатуре, а Марыська на бирже труда. А ты портишь плоды моей многодневной работы. Это моя агентура. А что ж твоя агентура состоит все сплошь из красивых девушек? Потому что я хорош собой. И красив. И очень умен. И ты уже сама готова упасть в мои объятия. Нет. Фу. Ребят, простите, в колхозе задержали. Здорово. Итак, все в сборе. На нас объявлена охота. Они собирают новых шакалов в свою стаю. Если мы не будем знать об их планах, тяжко нам будет. Предлагаю внедрить в полицию кого-то из нас. Хорошая идея. Что? Чего? Кого внедрить? Стать полицаем. Да ты дослушай, ты... что он говорит. Да как это? Ты да вы что, ребят, меня мать из дома выгонит? Ну, у меня же на роже написано, что я их ненавижу. Сереж, у тебя на роже написано, что ты здоровый парень, который может работать в полиции. Не, мы не будем. Да они же наших мучают. Вот это да. Я не зря собрал именно вас. Нам нужен свой человек в логове врага. Да как так? Да, комиссар, давай голосовать. Кто за? Я за. Кто еще? Давайте раз. Так.
Кто против? Я против. Мы против. Дема. Трое против, остальные за? Тогда давайте так. Тянем жеребий. Кто вытянет крест, тому идти. В жеребьевке не принимают участие несовершеннолетние. Ваня, Дема. И ты, тюлень, вы не участвуете. А если пытать скажут? Или убить кого из наших заставят? Ты сам-то готов? Готов. Если жеребий выпадет. Давай. Чисто. В папке Вильгельма я обнаружила две важные бумаги. Первая донос Шона на Гедемана. Шон считает, что Гедеман не справляется со своими обязанностями, что он не предотвратил диверсию, а позже не раскрыл дело. То есть получается, что твой ухажер из службы СД? Вторая – список украденного оружия. Впечатляет. Там работала большая группа людей, хорошо подготовленная и вооруженная. Давай спину. Слушай, может быть это шахтеры, а? Марыська говорит, их очень много в городе, через нее проходят документы из отдела кадров. Гордость Краснодона, рабочие люди. Организовали самостоятельную деятельность после расстрела партизан. Но на шахте никакую разведывательную работу мы вести не будем. Там может быть предатель. Ох, Люба-Люба. Ваня, нет. Ну почему? Пока тяну, да пока пусть. Давай. Вышь? Фамилия, имя, год рождения, адрес. Сергей Александров, 1923. Говорят, новобранцев в лес зашлют. Партизан искать. Будем искать. Вот ту дверь, получишь карту, сбрую. Давай, давай. Следующий. Фамилия, имя, адрес, год рождения. Погоди. Шо? Слышь, хлопцы, смотри. Заяц какой очкастый! Ты что, интеллигенция? Так будет лучше видно, партизан! Ну, дай сюда! Ты что, не видно тебе? Искать! Ищи, партизан! Давай, ищи, партизан! Давай, давай, давай! Пошел отсюда, давай! Давай, чтоб я не видел тебя больше! И поворачивайся! Следующий! Фамилия, имя, год рождения, адрес! Анатолий Ковалев. Ну вот, вот этот богатырь, я понимаю. Слушай, у тебя мамка не лопнула, когда тебя рожала, а? Или лопнула? Ты сирота, хлопчик. Че ты злючий-то такой? Шо? Я тебе сейчас мордой в землю воткну и похохочу. 24-й год. Шо ты сказал? Шо? Сволота! Что ты делаешь? Встал! Вот. Ты что, сволочь? Ты что, сволочь, делаешь? Что вы ржете? Записал? Что вы ржете, я спрашиваю? Что вы ржете? Вычеркиваю. Что вы все ржете? Хватит ржать! Василий Александрович! Вон тот порох, Василий Александрович! Вон тот! Ты? Он, Василий Александрович! Ну, и? Сымите его, а ты давай за мной. Усё, богатырь! Усё, я тебя сосвету-то сживу! Сейчас ты у меня... Аккуратнее! Аккуратнее вы, что за люди! Стой! Ты что сюда пришел? На работу устроиться. На работу устроиться.
И сразу начальству припечатал? Что за цирк ты устроил? Потому что я пришел служить новой власти, а не к этому идиоту в рабство. Издеваться над собой не позволю никому. Как звать? Толя Ковалев. Толян. А чем занимался раньше? Вообще спортсмен. Чемпион города по боксу, по борьбе, толкание штанги. А ну-ка садись. Такие крепкие парни нам нужны. Ну-ка, давай. Я не пью. Что так? Мне нельзя. Ты знаешь, что я такой? Угу. Я кому попало не предлагаю. А кто не пьет, тому доверия у меня нет. Это немцы любят трезвых. А я считаю, коли не пьешь, значит, у тебя есть что скрывать. Так что либо пей, либо вон бог, вон порог. Вот это сила, я понимаю. А ну-ка. Принят. Толян. Сюда. Сюда. Ты что выдумал? За спиной начальника спрятаться? Не, Боров. Это не пройдет. Я тебя здесь сгною. Услыхал? Спокойно. Спокойно. Зараз рвать не будем. Еще встретимся. Ага. Что вы испугались? Как дети, а? Где вас набирают таких? Фройлен Любушка! Звезда этого дикого города. Этот салют в вашу честь. Чтоб вы сдохли. Шлюха ты, бессовестная! Ваши документы, пожалуйста. Что ж вы стали? Guten Tag. Здравствуйте. Жалко, конечно, что ранение я получил, а зерно мы не подожгли. Зря пулю принял. Ты не зазнавайся, ауртинянц. Ранение у тебя не смертельное. Тони сказала, кость не затронута. Так что, если воспаления не будет, быстро поправишься. Айка, ну-ка помоги! Иду, мамочка. Вот если бы все вышло, я бы и ноги не пожалел. Да, теперь тащи, капут, давай. Как говорят немцы. Вокруг склада такое оцепление, как будто бы Гитлера сторожат. Ничего-ничего, найдем способ. Не будут немцы нашу пшеничку есть. Огонь не сжег, так вода затопит. Ну все, обед готов. Накрывайте на стол.
Ну? Толя, у меня тут вообще настоящий санаторий. Майка с матерью носится вокруг меня. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Вчера попросил пирожков на печь. Так они вскочили, всю ночь пекли. Ну, вообще оно и правильно. Ну, женщина должна знать, кто в доме главный. Жор, а чё это ты при Майке-то не такой смелый? Не надо, Толь. Ну, я просто не хочу ее гонять. Она и так бегает быстрее паровоза. Знаешь, я даже подумываю, может мне жениться на ней, а? Подумываешь, рутинянц? Сейчас тебе нечем думать будет. Маечка! Только по руке! Здорово. Здорово. Что, зубы прихватил? Да, промаялся всю ночь. Обещаю вам устроить экскурсию на шахту, как только закончатся ремонтные работы. И когда это будет? Я думаю, примерно через несколько недель. Мы вызвали ведущего специалиста из Германии. Он профессионал высокого уровня. Он уже приехал и с завтрашнего дня приступает к работе. А он женат? Вы хотите, чтобы я ревновал? За это я приказываю вам немедленно отобедать со мной. Ну хорошо. У меня в кабаре. Дети.